Гороскоп на 9 декабря 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В субботу позитивные тенденции для Овна по-прежнему оказывают благоприятное влияние на вашу жизнь. Но удача уже не идет в руки сама. Нужно приложить усилия, чтобы заполучить то, что хочется иметь. Прекрасный день для демонстрации своих достоинств, публичных выступлений, участия в рекламных кампаниях. Вам удается произвести на окружающих очень сильное, а порой и неизгладимое впечатление. Но в вас видят в первую очередь сильную и яркую личность, интересного человека, а уж затем надежного партнера, особу, которой можно доверять. И это придает начинающимся отношениям довольно неприятный оттенок. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овны сегодня, к сожалению, далеко не во всем смогут положиться на своих партнеров по бизнесу или семейной жизни. Слушая фантастические идеи своих близких, не подвергайте их слишком острой критике, дайте людям помечтать. Объективное обсуждение подобных планов лучше перенести на вечер, так как именно в это время ваши собеседники будут максимально настроены на диалог. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Если сегодня Овен будут противоречить сам себе, то точно останется в гордом одиночестве. Близкие люди ждут от вас не только моральной поддержки, но и новых интересных идей. Гороскоп не советует принимать участие в общественной сфере, тем более, что у вас достаточно домашних хлопот. Овну, который занимается коммерцией, поступят выгодные предложения. Гороскоп «Дом» на сегодня. Тенденции первой половины дня откроют представителям этого знака немало возможностей для приложения своих талантов. У них может возникнуть масса интересных идей. Покровители будут помогать в делах, и при их участии в начале месяца может состояться поездка, которая сложится успешно. Заручитесь поддержкой в самых высоких кругах, и тогда вы сможете воплотить свои идеи в жизнь без промедления. Личный гороскоп. Сатанинский день. Обман или ложное обещание могут принести разочарование. Вам необходимо трезво оценить действительность и не строить воздушных замков. Планеты советуют критически оценивать свои поступки. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. В субботу у Тельцов еще один неплохой день, который можно использовать для покорения профессиональных вершин и решения вопросов, касающихся финансов и карьеры. В делах вы не встречаете сколько-нибудь сильных конкурентов и опасных соперников, а вот союзников находите и надежных, и влиятельных. Очень хорошо этот день подходит для того, чтобы стать руководителем чего-нибудь. Вы отдаете совершенно гениальные распоряжения. Отдыхать тоже нужно, хотя собственный запас сил и кажется вам неистощимым. Вторая половина дня – прекрасное время для безделья. Любимый человек будет рад окружить вас вниманием и исполнить любой ваш каприз. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Тельцы в этот день смогут ощутить мощный прилив вдохновения и эмоциональный подъем. Хороший день для путешествий и новых впечатлений. Однако старайтесь не поддаться искушению потратить всю зарплату в один день, иначе приятный отдых омрачится предвкушением голодного месяца в ожидании следующих финансовых поступлений. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Сегодня у Тельца появится серьезная проблема в личной жизни. Постарайтесь реалистично взглянуть на ситуацию и не идеализировать своего избранника. Меньше слушайте советов тех, кто не сведущий в таких щепетильных делах. Вопросы, касающиеся продажи и покупки имущества, у Тельца решатся успешно. Гороскоп «Дом» на сегодня. У многих Тельцов на работе грядут перемены. Важно, чтобы они не застали вас врасплох. В сложной ситуации, возникшей на работе, не получится разобраться сразу. Пора включаться в повседневные, рутинные дела. Понадобится воля и холодный рассудок, чтобы расставить все по своим местам. Личный гороскоп. Критический день. Вероятны происки и недоброжелательство соседей или конфликты с посторонними людьми. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Возможны обманы, неверная информация или неприятное известие. Обратите самое пристальное внимание на здоровье и имущество. Вероятны кражи, проблемы с огнем, отравление.
В субботу негативные тенденции для близнецов сдают позиции. Можно начинать верить в успех и придерживаться оптимистических взглядов. Сегодня вам во многом везет, но вы прекрасно понимаете, что это только начало, и дальше все будет складываться еще лучше. Так что особенно не торопитесь. Можно отложить на завтра то, что не обязательно делать сегодня. Этот день подходит не столько для развлечений, сколько для их планирования. Вы можете задумать совершенно немыслимое мероприятие и быть совершенно уверены, что оно пройдет самым замечательным образом. Творческий потенциал неисчерпаем. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы сегодня на протяжении всего дня будут метаться от трезвого расчета к несбыточным фантазиям, окутанным ореолом романтики. Постарайтесь найти баланс между этими двумя состояниями, иначе рискуете наделать немало ошибок. Все деловые проблемы и вопросы наиболее удачно разрешатся в том случае, если вы займетесь ими не раньше вечера. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп предсказывает близнецам крупные перемены, как в профессиональной сфере, так и в любви. Увы, со здоровьем у вас не все обстоит так благополучно. Если есть возможность, то пройдите медицинское обследование в клинике. Финансовая ситуация близнецов порадует, ведь ему вернут долги и увеличат оклад на работе. Гороскоп «Дом» на сегодня. В финансовой сфере день обещает быть благополучным. Доходы возрастут, но резких финансовых взлетов не ждите. Финансы окажутся в порядке, если вы станете откладывать части заработанного в копилку. Личный гороскоп. Критический день. Несет недоброжелательство, столкновение с недругами, измену, обман. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи, пожар, проблемы с электрооборудованием. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Не исключены размолвки с близким человеком. Звезды рекомендуют проявить гибкость. В субботу рака ждет удачный и благоприятный день. С важными делами спешить не стоит. Утром не исключены мелкие неприятности. Вскоре, впрочем, от них не останется и следа, и тогда вы сможете приступить к реализации своих планов. Часто помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Легко найти новых союзников. Вы отлично ладите с людьми, многим нравитесь. Не исключена любовь с первого взгляда. Отношения, начинающиеся в этот день, будут развиваться быстро и подарят много позитивных эмоций. Семейных раков ждут приятные сюрпризы. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Сегодня раки будут пребывать в состоянии полного душевного комфорта. Сегодня вы можете уделить внимание не только своему творчеству, но и раскрытию творческого потенциала своего ребенка. Удовольствие ракам сегодня гарантировано от теплого, душевного общения с членами семьи. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Сегодня рак может стать невольным виновником ссоры, которая произойдет между его родственниками. Вы искренне захотите помочь, но окажитесь крайним в семейном скандале. Сегодня раку нежелательно планировать дальнюю поездку. Могут произойти проволочки и аварийные ситуации. Кроме того, ваше самочувствие, увы, не на должном уровне. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что заслуги и трудолюбие раков будут оценены по достоинству. Наибольшие успехи сейчас ждут студентов и научных работников. Проявив изобретательность и настойчивость, представители этого знака способны многое в своей жизни изменить в лучшую сторону. Применяйте творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Личный гороскоп. Этот день готовит вам новые выгодные деловые предложения. Хорошенько их обдумайте и постарайтесь принять верное решение. Партнерские отношения будут сегодня весьма и весьма плодотворными. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и увлечения общим делом. В субботу для Льва начало дня будет очень удачным. Всего за несколько часов вы сможете успеть многое, и сами удивитесь тому, сколь много вы смогли достичь. Это время подходит для общения. Вы со старыми знакомыми отлично ладите, и на новых производите самое благоприятное впечатление. Будет возможность научиться чему-то новому или побывать в интересных местах. Во второй половине дня станет заметным влияние негативных тенденций. В это время лучше избегать перегрузок, беречь себя.
полезны неспешные прогулки и спокойный отдых. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львам сегодня придется смириться со всеми планами партнеров, даже если самим львам эти замыслы кажутся абсурдными и нелепыми. В этот день вы никак не сможете повлиять на ситуацию, а потому наилучшим выходом станет заблаговременное продумывание запасных вариантов. Деловые встречи окажутся наиболее продуктивными во второй половине дня. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. Льву в этот день предстоит проявить кристальную честность и блеснуть знаниями, чтобы пройти тест на новой работе. Ведите себя так, будто вы не только образованный, но и достаточно опытный в этой области человек. Гороскоп предсказывает Льву семейные неурядицы, которые произойдут на бытовой почве. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует честные партнерские отношения. Принимая решение, львы будут руководствоваться не только чувствами, но и здравым смыслом. В деловых контактах многие проявят честность и надежность. Представьте партнерам объективную картину предстоящей работы. Непременно поставьте их в известность о позитивных сторонах проекта, а также о трудностях, которые могут встретиться. Личный гороскоп. Сатанинский день. Вам необходимо трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами. Не ссорьтесь по мелочам с близкими людьми. Это может привести к непредсказуемым последствиям и даже закончиться полным разрывом отношений. Звезды рекомендуют умерить гордыню. Если вы в чем-то провинились, то попросите прощения. Ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье. Женщинам-львам следует остерегаться новых увлечений. Суббота для Девы – легкий день, который подарит немало позитивных эмоций. Едва ли он ознаменуется какими-то важными событиями, но в целом вы будете довольны тем, как идут дела, и едва ли захотите жаловаться на жизнь. Найдутся какие-то интересные занятия, будет возможность повидаться с людьми, которых вам в последнее время очень не хватало. Чаще обычного знакомые обращаются к вам за помощью и поддержкой. Вы стараетесь никому не отказывать и правильно делаете. Вторая половина дня принесет интересные новости, вы первыми получите важную информацию. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девы в этот день окажутся в центре всеобщего внимания. Возможно, вас ожидает долгожданное общественное признание или высокая оценка ваших трудов начальством. Впрочем, не стесняйтесь отказываться от похвалы, если вы считаете, что она незаслуженна. Искренняя скромность способна еще больше возвысить вас в глазах других. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Сегодня Деве предстоит больше заниматься личной жизнью близкого друга, чем собственной. Хотя у вас с избранником прекрасные отношения. При любом раскладе не стоит брать кредит в банке, отдавать придется долго и с огромным трудом. Вероятен приезд родственника, который решит пожить несколько дней у Девы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Эта декада месяца может оказаться исключительно благоприятной для перемен, перспективного планирования во всех сферах вашей жизни, хотя вам будет нелегко сделать выбор. Не бойтесь перемен. Ваша осторожность, граничащая с консерватизмом, может стать препятствием на пути успеха. Личный гороскоп. Иллюзорные представления могут заслонить действительность, обман или ложное обещание принести разочарование. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи или пожар. Женщинам-девам следует осмотрительнее отнестись к новым знакомствам. В субботу для весов день проходит спокойно, время от времени принося маленькие радости и позволяя одерживать скромные победы. Не ждите от себя чего-то выдающегося и старайтесь спокойно относиться к тому, что этого ждут окружающие. Главное, что вы можете и должны себе обеспечить – это душевный комфорт. Могут возникнуть трудности с оформлением документов, запаситесь терпением. Вторая половина дня подходит для участия в общественных мероприятиях, обещает новые знакомства и интересные встречи. Долгие прогулки пойдут на пользу здоровью и поднимут настроение. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам предстоит уделить как можно больше внимания своему дому, проблемам членов семьи и нуждам домашнего очага. Вполне возможно, что близкие окружат вас сегодня небывалой заботой и любовью, которая, впрочем, будет иметь некий корыстный расчет. Ближе к вечеру
возможно возобновление контактов со старыми друзьями и единомышленниками. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Весы. Гороскоп обещает Весам отличный денек, массу ярких событий и впечатлений. Если вы давно хотели заняться благотворительностью, то не откладывайте эту идею, а воплощайте в жизнь. Начальство предложит Весам новую должность, которая потребует большой ответственности и сил. Зато вы сможете быстро уладить свое финансовое положение. Гороскоп «Дом» на сегодня. Положение планет внесет в вашу жизнь элемент везения. Представятся хорошие возможности в учебе, на службе или в личной жизни, и очень важно их не упустить. Усилится ваше личное обаяние, а также находчивость. Возможно, вы получите деньги, на которые даже не рассчитывали. В любых делах старайтесь обойтись без посторонней помощи. Личный гороскоп. Сегодня велика необходимость реальной оценки происходящего. Возможно, что проблемы, которые только назревали в недавнем времени и на которые вы не обращали внимания, выплывут наружу. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и улучшить финансовое положение семьи. Взаимопонимание в этот день может полностью отсутствовать. В субботу у Скорпиона день непростой, но весьма плодотворный. Вам удается не только в своих, но и в чужих делах навести порядок, помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Самые настойчивые скорпионы получат ответы на вопросы, беспокоившие их в последнее время, и смогут определиться с планами на будущее. Очень важна разборчивость в контактах. Не исключено, что завоевать ваше доверие попытаются люди, от которых лучше держаться подальше. Прислушивайтесь к своей интуиции, ее подсказки точны. Возможно, небольшие поездки, они складываются удачно. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. На протяжении всего сегодняшнего дня скорпионы предпочтут вести тайную деятельность, не посвящая в нее даже самых близких людей. Воздержитесь от инвестиций своих сбережений, а также от поспешных решений о сотрудничестве с незнакомыми ранее деловыми партнерами. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Ошибки прошлого будут сегодня тяготить Скорпиона. Вы даже на работе будете постоянно думать о них, что плохо отразится на производительности труда. Скорпиону следует меньше рассказывать о своей личной жизни всем, кто встретится на пути. Даже если вы бесконечно счастливы с избранником, все равно держите это в секрете. Гороскоп «Дом» на сегодня. Скорпионы сегодня могут проявить интуицию и прекрасные аналитические способности. Они будут нацелены на общее благо и на заботу о партнере. Семья для них превыше всего. По-новому посмотрите на себя, пересмотрите свои отношения с близкими, станьте нежнее и ласковее. Вы будете счастливы только в той семье, где царят единодушие и взаимопомощь. Личный гороскоп. День самооценки, покаяния. Сегодня желательно забыть на некоторое время о насущном хлебе и обычной работе. Возможно, что большие неприятности предыдущего дня станут для вас школой мужества и испытают ваши душевные силы. Вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключен трудный разговор с любимым человеком. Но не делайте поспешных выводов. Попробуйте изменить обстановку в семье к лучшему. В субботу у Стрельца приятный день, в первой половине которого влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Вам представится возможность пообщаться с человеком, чьи опыт и знания будут вам очень полезны. Не бойтесь делиться информацией, которой располагаете, в ответ вам сообщат нечто очень важное. Высок жизненный тонус, переутомление не грозит вам, хотя день будет весьма насыщенным. Вечер подходит для покупок. Можно обновить гардероб или приобрести экзотические предметы интерьера. Порадует общение с детьми, младшими родственниками. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Для того, чтобы защитить свои финансовые накопления от чьих-то посягательств, Стрельцам сегодня придется проявить твердость характера и непреклонность принципов. Даже если предстоящие расходы кажутся вам заманчивыми, не торопитесь и несколько раз продумайте необходимость этих трат. Вторую половину дня Стрельцам лучше потратить на общение со старыми друзьями. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Чем больше Стрелец будет мечтать, тем меньше успеет сделать. Друзья смогут поддержать ваше начинание, но только в том случае, если вы предоставите им четкий план действий. Гороскоп предсказывает тяжелое материальное положение,
особенно тем стрельцам, которые занимаются частным бизнесом. В плане здоровья обратите внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Гороскоп Дом на сегодня. Интеллект стрельцов в это время значительно обострится, возрастет их подвижность, появится легкость в решении самых разных проблем. Всегда помните, что ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь всего, чего пожелаете, если будете упорствовать в этом деле. Личный гороскоп. Критический день. Несет недоброжелательство, столкновение с недругами, измену, обман. Круговорот дел закружит вас с самого утра. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи, пожар, проблемы с электрооборудованием. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Суббота для Козерога не принесет серьезных проблем, если вы будете внимательны к мелочам, откажетесь от сомнительных проектов и начинаний. Полагайтесь на собственный опыт и здравый смысл. Советы знакомых едва ли будут полезными. Можно отправляться в поездки, в том числе незапланированные, они, скорее всего, сложатся удачно. Помните, что наиболее удачными часто оказываются нестандартные решения. Не бойтесь дать волю фантазии, поступить не так, как привыкли. Окружающих часто удивляют ваши действия, но к концу дня всем станет ясно, что вы выбрали единственно верный путь. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козероги в этот день могут получить неожиданное предложение, связанное с карьерным ростом и увеличением доходов. Принимайте решение только когда тщательно взвесите все плюсы и минусы, но не обращайтесь за советом к кому-то из друзей или домочадцев. Вечером можно заняться решением деловых вопросов и проведением переговоров. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Сегодня Козерог решит пойти к начальнику, чтобы попросить повысить зарплату. Решение достойное, но вот, как отреагирует на него ваш уважаемый шеф. Исключите физические нагрузки, а также тщательно выбирайте то, что собираетесь кушать. Иначе Козерог угодит в больницу с серьезным отравлением. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многим козерогам предстоят расходы, связанные с запросами подросших детей. Но это не будет вас раздражать. Вас скорее может ранить их возможная неделикатность. Помните, что дам только познают мир и не всегда осознают, что делают нам больно. Общие хлопоты и их помощь в делах помогут всегда находить взаимопонимание. Личный гороскоп. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности или обид на почве уязвленного самолюбия. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи или пожар. В субботу для Водолея день сложится неплохо, если вы будете помнить о собственных желаниях. Забота об окружающих, конечно, похвальна, но нельзя бесконечно жертвовать своими интересами ради других. Вы часто обращаете внимание на то, что обычно остается незамеченным. Именно это позволяет, во-первых, не допускать ошибок, во-вторых, больше успевать. Возрастает творческий потенциал. Фантазия не знает границ, а в хороших идеях нет недостатка. Есть шанс найти людей, разделяющих ваши взгляды на мир. Общение с ними будет приятным. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеям сегодня откроются новые возможности и перспективы, как в профессиональном, так и в творческом плане. Не стесняйтесь обращаться за советами к коллегам, партнерам или домочадцам, так как они, возможно, смогут подсказать верное решение. Деловые беседы, связанные с вашим будущим, лучше всего проводить ближе к ночи. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп обещает Водолею благоприятное финансовое положение. Вы наконец-то сможете расплатиться с кредиторами, а также купить все необходимое для запланированной на море поездки. Конкуренты не дремлют, поэтому Водолею стоит быть предельно осторожным, общаясь с компаньонами по бизнесу. В личной жизни все сложится так, как вы и мечтали – любовь, романтика и бурная страсть. Гороскоп «Дом» на сегодня. Перед людьми, родившимися под этим знаком, открывается большая дорога к жизненным успехам, что принесет известность, богатство, уважение в обществе, получение наград. Не исключена возможность повторного брака, неизгладимой любви. Вы можете стать благополучными, состоятельными людьми, если не соблазнитесь спекуляцией, азартными играми
или рискованными инвестициями своего капитала. Личный гороскоп. День защиты, концентрации сил, духовной работы. Возможно, что вам будет трудно избежать небольших неприятностей. По крайней мере, отстаивайте свое мнение и будьте верны себе. В данном случае трезвый взгляд на жизнь и холодный рассудок – залог победы над вероятной агрессией. Если вы устоите, то обеспечите себе спокойную жизнь на продолжительное время. Суббота для рыб плодотворный и интересный день. Есть шанс успеть очень многое. Единственное, что требуется от вас – не идти на поводу у собственных капризов. Помните о самых важных своих целях, не отказывайтесь от них ради мимолетных желаний. Хорошо складываются поездки, они позволяют завязать интересные знакомства, а смена обстановки идет на пользу. Возможны денежные поступления, подарки. Во второй половине дня можно обсуждать вопросы, связанные с работой и бизнесом. Есть шанс узнать что-то полезное, найти способ решения старых проблем. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы сегодня будут беззаботны и свободны, как вольный ветер. Гороскоп предупреждает, что несмотря на ваше настроение, ваши рабочие обязанности за вас никто выполнять не будет. А потому вам придется наступить на горло собственной лени и желанию помечтать и приняться за работу. Зато вечер вы сможете посвятить отдыху и развлечениям. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. С раннего утра рыбам назначат деловую встречу, на которую необходимо явиться во всеоружии. Днем вам предстоит решать имущественные вопросы и заниматься делами детей-подростков, поступивших в учебное заведение. Если сегодня рыбы будут агрессивно настроены на одного из родственников, то скандал разразится во всем огромном семействе. Гороскоп «Дом» на сегодня. Финансовые возможности могут позволить рыбам приобрести мебель для дома, о которой они давно мечтали. Пересмотрите свое отношение к бытовым делам и включите их в более перспективную систему координат. Личный гороскоп. День характеризуется ослаблением защитных сил организма. Здоровье многих рыб будет нуждаться в укреплении. Рекомендуется избегать перегрузок, посвятить день общеукрепляющим и оздоровительным процедурам. Категорически запрещены алкогольные напитки. У женщин-рыб вероятно нежелательная или внематочная беременность, воспалительные заболевания. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам настроения и до новых встреч!